Сейчас я буду пробовать красить Вику. Может, и стилиста. Как сказать? Пробуешь становиться стилистом. Да. Сначала бровки. Знаешь, какую кисточку не взяла? Какую? Это такую на вискас. Да. А где? Сейчас просто. Ждём. Твоя мама это все равно вырежет. Так, наверное, надо как-то поближе. Глаза закрывай. И голову на я поверну. Бровки сначала расчесываем. Форма какая-то странная. Вообще не говори. Ну ладно, пробуем. Я молю. Я потом сотру и буду сама все краситься. Начало консилера. Ты думаешь, там видно? Кого? На камере. Покажу. Я себе тоже сначала это делала. Да оно не убирается у тебя. Так ты повыше, да, я сама. Вот. Мы снимаем видео. С легким паром. Спасибо. Да, с легким паром. Спасибо. Спорнём, что это будет это? Что это? Не такая, как он-то. В смысле? Потому что я не умею красить правой рукой. Так ты пока с левой. А мне не красится левой. Понимаешь? Я вообще не хотела после боли краситься. Соединяю. Я тебе сделаю монобровь. Хорошо? Брови у меня светлые. Так это ничего не видно. Так что я буду брать цвет. Темно. Светлый вот такой вот. И вообще обычно карандашиком вот этим красим. Блин, закрой дверь, пожалуйста. Чувствую себя манекеном. Страшно, Вика. Все равно потом смою, да? Может быть. Я просто вспоминаю тот раз, когда ты меня последний раз, первый и последний раз накрасила. Когда сильно, как синяки под глазами? Ну. Знаешь, что ты еще не взяла? Дрина, принеси гель для Дрины, пожалуйста. Что-то изменилось? Да вообще-то да. У меня больничек стали потемнее. Мне хочется. Красиво? Мне нравится. Это... Нет, помнишь, такой прозрачный, как у меня? Не такой.
случай закончился. Когда стоп-то? Давай, короче, да, руки брови. Садись на эту сторону. А, нет, сиди на этой стороне. Мне все равно не получится добрать. Это еще покрашу. Косметику мы его трогать не будете. Мимо. Да, красиво. Так, Саша, фантик за собой выкидывай. Такие передние волоски, такие короткие. Спереди волосы. Волосинки. Это плохо? Это хорошо. Я бы хотела себе короткие. Почему все длинные? Да. Где? Здесь. Они просто наверх смотрят. У меня тоже, наверное, да, длинные? У меня длинные тоже. Так-то неплохо правую руку нарисовала бровь. Это левша? Да. Почему я об этом узнаю только сейчас? Ну вообще. Вот таким вот я укладываю брови. Это вообще бальзам основа для ресниц и бровей. Это новое. Кайфую. Да? Так приятненько. Хводок. Так. Закрываем. Делаем как надо. Почему колхоз? Не знаю. Все возьму. Знаешь, какой фильм хочу посмотреть? Какой? Монахиня. Монахиня хочу. Ну, может быть. Это ужастик? Да. Монахиня. А я видела. Страшный? А. Что ты? Какой страшный сам? Да страшный, страшный. Еще смотри это. Правда и действие посмотри. Он вообще не страшный. Я видела. Там, где девка с крыши, да, прыгала. Я видела. Правда, для действия вообще не страшно. Я видела. Монахиня я не видела. Типа волшебство, магия. Фу, чё? И всё. Миллионы приложений не крыши. Это не нафиг. Это как красотка. Давай покажем поближе. Брови всякие, кажется. Если присмотреться. Так-то ничего. Так. Кисточка у меня. На лицо такой некрасивой формы. Тут волосики надо точно не выдергивать. Угу. Ну точно не. Я тебя не прошу. А я могу. Никто тебя не тянул за язык. Мне просто это лень делать. Я тоже прям. Видишь, тоже заросшие. Есть немного. Тебе? Угу. Мне выглядит на 7 класс. А на какой? На третий? На четвертый. Смотри, ресница твоя. Шучу, это от кисточки. Я так думаю, что такая черная и длинная. Голос пропадает. Помру.
Коронавирус. Да так не шути. Смотри на меня. Мне нравится. Смотри на меня. Так, теперь... Красивая даже. Теперь делаем... Ника сама на себя не похожа. Теперь это, тенями. Сначала берем вот этот цвет. Попси. По всему, по всему. Это твоя палетка, Ника? Это моя. А та Настина. Даренька, принеси, пожалуйста, такой карандаш черный. Я тебе нижнее веко красить не буду. Не надо. Мне это глазки. Некрасиво будет. Я тебе вообще-то тенями хотела. Не надо. Зачем его красить? Мне нравится красить. Видите? Ну, накрась. Не буду тебе красить, тебе в глаз попаду. Так, дальше мы берем. Вот тут вот, что ли? Да. Ты не красила ни разу? Не. Yeah. Потом взяла вот этот цвет. Вот, вот не этот. Тут. Вот этот. Теперь вот такой маленький. Наношу на половину глаза. И там, и там. Потом мы берем вот этот. Или вот этот. Сейчас я посмотрю. Закрой глаз. Вот этот будем брать. И красим остальную часть глаза. Что? Что пришла? Она красивая. Нет, ты маленькая. Через 10 приходи. Дальше я возьму... Да, вот да. Этот, спасибо. Вот этот вот, и прям уголок глаза буду рисовать к ней этой кисточкой. А вот этой. Так, что-то. Открываем глаз. И растушевываю. Закрой глаз. Умеешь прям цвета подбирать такая. Какой ты взяла, Лин? Так, и вот этим черненьким карандашиком подкрашиваем уголки глаз. Ну, это, конечно, не видно будет, но... Ты всегда же делаешь. Эх, блин, Кирилл сегодня не выходит. Что я хотела взять? Кирилл, ты дружишь, Вик? Да, не общаются. Открой глаза.
Так, не переборщила я. Что, ресницами тоже тебе красить? Или ты сама накрасишь? Как хочешь. Ну, давай сама. Я аккуратненько. Вот да такая у меня тушь. Мне нравится. А Дарина боится, когда я ей крашу ей. Ну что, у нее глаз это. Странно. Сейчас вытечет. Нафиг все. Она густая, куда она тебе вытечет? Вытекет. Закрой глаз. Вот я тоже сейчас есть. Открой глаз. Ты жалуешься, что у тебя ресницы? А, все. Короткие. Закрой глаз. Я не жалуюсь, что у меня ресницы короткие. Да чё? Я пойду сама накрашу. Ты посмотри, что ты сделала. Что я сделала? Закрой глаза. Зеркало. Дай я сначала покажу зрителям, как я накрасила тенями. Вера, ты замазала. Покажи. Веки. Вот так вот у нее брови получились. И тенями. Еще говорю, что ресницы короткие. Красивые все. Иди, ресницы себе накрась. Вот так вот я накрасила Вику. Вот брови. Вот так вот. Еще маленечко черными тенями. Типа стрелок его. Типа. Да. Вот так. Хотя одна бровь выше, другая ниже. Покажи ноготочки. Нет. Как? Вот так. Такие вот ноготочки вчера сделала. Сейчас покажу лак. Детский. Нет. Да почему детский? Мне нравится. Вот у нас здесь сколько лаков. Вот этим я делала. Он меняет температуру. То есть покажу. При тепле он розовенький, а когда холодно, у нас он фиолетовый. Будем показывать? Нет. Что, вот тут дискотеку устроили? Женя, одень пижаму, не лазь, пожалуйста, в одежде, которую ты по улице ходила. Слазь с постели. Одевайте пижамы. Так, Доня, пожалуйста, одевайте пижамы. Будем сейчас пить чай и спать. Кого? Ну. А, Алина не накрасилась даже. А кот собрался. Нет, говорю, Алина не накрасилась. Так ты же на видео сняла. Ну, я хочу, чтобы ты оценила. Ой, ну круто. А что с губками ничего не сделала? Нет. Это было губы еще. Ужасно. Выйти за контур. Мама. Пижама тебе. Вот как мне одни ногти сделали. Как? А вы ногти показали на видео? Ну, покажи сейчас. Вот. Красиво еще цвет. Какой красивый выбор. Я тебе говорю, цвет красивый. Она его... Я сниму их сегодня. Ты будешь не переделывать. А ты что не накрасилась? Я их хочу. Я сбоюсь. Мама, это карандаш для бровей. А, смотрите, цвет поменяли. Ну, круто, что вообще мне нравится. Помой еще. Дарин, тебе такие же надо сделать. Вот. Цвет меняют. Прикинь. Я себе сейчас такие делаю. Аня, это для бровей. У меня будет такие. Нет, это просто рисовать. Алин, ну сними это видео, как ты делаешь. Мама, для бровей. Сегодня давай снимем. Ну, вы же, Вика, посмотрела, что ничего страшного, да? Раз и все. А мама, не надо. Да, я не знаю. Ну и что, Настя все время рисовала только таким. Так. Жарко очень. Так, нет, все. Так. Да, не замерзнешь. На улице тепло, да, нормально.
О, любимый Василёк, гулять пошли. На улице дождина, грязина, они потащились. Так, все. Мы сейчас будем пить чай, ложиться спать. Зубы еще чистить. Доча, идите вот, говорить всем пока. Ну, нормально, для деревни пойдет. Колхоз. Да. Так. Дорогие зрители, завтра для вас будет очень такая сногсшибательная новость. Поэтому смотрите, ждите завтрашний выпуск. О! Да. Будет сногсшибательная новость. Дарин, скажи. Давай говорить пока всем. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Да, всем пока, всем до завтра. Пока-пока. Сейчас в угол пойдет. Успокоилась быстро. Дот Тома, скоро тебе 5 лет. Мамка за тебя конкретно возьмется. Папка не спасет уже.